Всем привет, ребята! С вами я, Жора, вы на канале FromG. Сегодня у нас будет видос по Бравл Старсу. Хотел записать стрим, но по каким-то проблемам его не записал. Играю вот, Бравл Старс, аккаунт. Пока не снимал видос, лап на 8000. Выбил многих персонажей. Да никого, нафига мне кого. Вот Бравлерс. Много на кого, на 20-й вот. Вот так вот. Макса выбил. Короче, очень, блин, многих персонажей выбил. Надеюсь, вам не отсвечивает. Вот так вот вам сделал. Вот так вот. И вот. Колет добавили. Короче, погнали. Надеюсь, звук. Нет, звук есть. Вроде бы. 9400 кубков. Тема нашего ролика. Поднять поком на 500. А ты, кубик, куда пришел тут? Кот. Ой, камера. О, котак пришел тут. Тоже играть со мной бравлик, наверное. Ладно, все, котак, ты мне мешаешь. Так, нам нужно апнуть поку на 20-й, и желательно это бита тоже на 20-й. Погнали, думаю, сначала с поку. 450 кубков, напоминаю. Или 450 кубков. Кофточка, Brawl Stars, все по теме. Погнали. Вот хвост кота. Так, блин, не по теме, я же жут немножко. Да, пожалуйста. Минус пять. 440 кубков играл. Сейчас. Кто тут хочешь выйти? Выходи, кто? Кто? Выходи. Выходи. Давай, уходи, все, пока. Все, кота ушел. Нет, давайте с бита начнем. Все, сейчас с бита будем играть. На бите, точнее. С битом на бите. Блин, ну там еще биток есть. Хлебок. Биток. Обнова, новый Brawl Pass. Ну и хорошо, блин. Такое. Разрабы ухудшают игру. Потому что убрали на возрождение пассивочку. Пассивка возрождения на бите. Ну куда ты исчезла? Верните разрабы пассивку на бита. Верните! Просто не могу уже вас терпеть. Разрабы. О, ну я, наверное, уничтожу когда-нибудь разработчиков Бравл Старсу. Извините, ребятки, что не было так долго видосиков. По Бравл Старсу, короче. Потому что были, короче, проблемы. А я где-то месяца 2-3 не записывал видосик. Извините меня, пожалуйста. Думаю, никто не отписался от меня. Извините. Честно, меня. Извините. Вот скоро вот будет стрим, думаю. На выходных. В субботу будет стрим, думаю. Не, в воскресенье. В субботу будет стрим. Ждите. 3 часов 3 будет где-то. Так, мне главное добить Биг и Мега. Так, давайте будем играть. 80 тысяч на поко. Легко, чтобы заработать 500 жетонов. Это на изиш. Такая вот штуковину. Можете меня поздравить, потому что я пошел в 3-й класс. Вот
там в комментиках. А, блин, наверное, же комментов не будет. Потому что возраст. Возраст, блин, а YouTube. Верните комменты для тех, кто маленький. Может, это вообще родителей, например, аккаунт. Они тут, может, умничают. Да ну! А, опять? Серьезно? Ух, первые прискупки! 4, 6, 9, 10. Давайте, погнали. У меня есть вторая кофта. Это с Ворон Меха или Феникс, по-моему. Ворон Феникс. Блин, ребятки, я не помню реально, как он там, его зовут, этого ворона. Пожалуйста, как-нибудь там подскажите мне. Ну, убил Шелюгу. Ну, у него было мало хп. Понятное дело, что я ее убил, блин. А вот Рику я не могу достать. Рикошет. Иди сюда. Блин, блин. Да, блин. Блин, мне надо тиммейтов найти. Но никого нету в сети. Блин, может как-нибудь отсвечивать, если я свет выключу. И так наоборот будет. Ой, ужас, я лучше включить. Так, лучше. Ну, вот так вот. Убрал у меня на английском, есть на русском. Так он на устройстве, на котором я снимаю. Да, я снимаю не с камеры. В магазине ничего у нас такого не продается, блин. Блин. Серебряно шили, ничего не могу купить. Гемасов нету, ничего нету. Ну и блин, а блин. К сожалению, я не могу выдвинуть Brawl Stars на это, потому что я не умею это делать. Ну, Brawl вы поняли, да, куда? На экран выдвинуть. Не умею это делать. Как это делать, я вообще не знаю, не понимаю, как это делать. Так что пока что вот так вот. То может научусь, мы там, ну может научусь как-нибудь потом. Ну давайте, давайте меня, давай. Я ж тут есть. Ладно, ты не хочешь меня убивать? А, наверное, видишь, у меня ник. Ник такой хорошенький. Ты меня и не начал убивать. Потому что он, наверное, меня знает, а смотрит. Но я ник хороший. Не буду вам говорить, чтобы вы меня нашли в Бравл Старсе. Да, почему тут... А, тут 4, фух. Фух, нормально, плюс 5. Долго мне еще играть. Так, видос будет где-то 20-25 минут, где-то будет видос. Что, готовьте чаёку и погнали. Готовьте чаёку и погнали. Когда делают гордей. Ну, гордей, думаю, его все знают, которые любят тачки. Снимал тачку на прокачку. Кто что, такие он приколы снимал. Биток, биток, биток. Хлеб. Бику. Бифу. Я сейчас начну бомбить. Я сейчас бомбить уже начну. Хотя я уже бомблю. У кого есть квест легкий? На Эмс, блин, погнали. Ребят, я вас немного, извините, что немного поношу, буду пушить. Никого не буду пушить. Моя награда — добить Колет.
Не, у меня нету Brawl Pass. Добить, но вы поняли, да? Добить 30-й левел. Без донатного Brawl Pass. Короче, который бесплатный, который дается. Ну, вы поняли, да? Френкус на меня тут боится меня. Тебе нечего тут бояться, я же слабенькая тут. Такая слабенькая, слабенькая, я. Слабенькая, я. У меня айфон, да, айфончик. Блин, жаль, что комментов нету, не пускают мне тут комменты. Ну давай, давай, давай. Да. Yes. В минус бо. Ой, 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 ой. Топ-3. Нормально, нормально, нормально. Так, у меня без звука, да? Блин, я выключил Браво. Сори, пацан. О, о, так нормально, так лучше. А, уже подбор, все. Ну, он показывает, что это такое. Просто небезопасненько. Кажется, авторские будут права. Кажется, будут права авторские, так что я ничего не показываю. Только себя. Не звук, все. Да ну отстаньте! Нормально, злой. Ну, кольтец, АФК, а нет, не АФК, нифига он не АФК, блин. Ваня. Ваня, я тебя ванну, а я сейчас тебя прибью. У меня ник, ладно, скажу ник свой. А, 4 у меня ник. Можете найти. 9500 кубков. Почти 9500. Когда-нибудь, наверное, апну. Опять же, блин, не забуст, просто самое главное. Все, подпишитесь на канал. Вам не трудно, мне приятно. И поставьте колокольчик с лайком на этот видос. На этот видос. Как меня убили 9-баночного? Ну, плюс пачка. Плюс 5 хотя бы. Плюс 5 хотя бы. Погнали. Быстрее. Так, мои планы. Не, до воскресенья я не успею уже 10 тысяч запушить. Надо еще до следующего воскресенья. Разве еще до следующего воскресенья запушат? Будет более-менее. До следующего воскресенья еще, ну, можно попробовать. То есть до 11 числа. До 11 октября 2023 года. Просто у меня минус 3 кубка. Когда был последний раз кто-то в сети у меня идет? 5 дней назад, 19 дней, 14 дней назад мой твинг был, 1 день назад пришел, 50 дней Никита был в сети назад, и почти 80 дней назад был в сети его твинг, то есть мой Филипп, которым я играл, 5 дней назад, 19 часов, 2 часа. Минимум 2 часа.
Ну, 2 часа я как бы был еще в школе. А как она туда все зашла? Уже интернет, по-моему, нету. Это у меня LTE 4G. Да я могу где хочу, там и захожу в Браво, блин. Блин, сколько много Томар 753 в Бравле. Это же ужас. Я не могу по нему попасть. Нормально, нормально, пацаны. Да не лагай, прошу тебя. Бешечка гуляет. Тамара, Тамара, Тамара. Я убил Томар 753. Не того, кто был вначале, а это уже другой, то был. Ой. Наблизи. 2 ЧХП я выжил, серьезно. Топ-3. Хорошо, пацаны, хорошо! Извините, я слишком бомблю. Ставим вас на место. Почти! Выполнил 2 квеста. На 754. Не хватит. Не хватит на 2 награды. Жетончиков. О боже, что за морда? Что за лицо? Кстати, iOS 14 поставить. Ну, мне друзья говорят, что типа недоступно на твой телефон, а я что-то на видео, что 6-ку, ну, как бы прокачивали на iOS 14. У меня вроде бы 9-я здесь iOS, не помню, что-то типа того. Если я убил битам, китайца какого-то или японца, или кто это, не знаю, такой. Чекаем кусты, нормально. Надо было сдали их чекать. Думал, вам это дальник, а это ближник, оказывается. Ой, наоборот, думал, что это больше блин. Бежу к ближникам, а это дальник, можно так считать. Там Леончик какой-то, мастер. 5-е место. Ничего не получил. Пичевой пипучил. Стихотворение от Жоры Ланчи. Ничего я не получил, ничего не пипучил. Не выпучил, не пипучил, блин. Ребят, сколько у вас там было сегодня уроков? Давайте рассказывайте. У меня вот, например, сегодня 4, поэтому так рано записываю видосик. Видосик записывается в 12:00 ночи. Не, ну... И вот погода моя. Ох, какое солнце, блин. И вот все мое. Все мое. То, где я записываю. Вот моя студия. Чехольчик. Вот аккаунтик. Вот я сам. Вот ворон. Нифига себе. Вот Brawl Stars. Нормально. За 9 хотел сказать. Вау, блин, как его, думаю, камера передает эту красоту. Вау, видите полоски? Нет, я их. Лизунчик. О май гаднес. Спина пластом. Блин, такую гадость показываю. Фу, блин. Блин, такую гадость показываю. На камеру. Кто-то может, наверное, подумать, что это...
какашки. Ой, я уже 20 минут записываю, нормально. Где-то 20... Буду 25 или еще где-то 5-10 минут, чтобы записывать. Мне нужно выиграть еще 2 боя где-то. Блин, не достаю до бита. Битак, уходи! Или умри. Шета 31, запомнили? Шета. А, Муса Эрсон. Или это не он? Да, это Муса Эрсон. Кто? Муса Эрсон, запомните. Того пацана. Я хочу только с ним в финале, блин, соревноваться, если я с ним буду в финале соревноваться. Какой-то Брау Пас есть. Потому что Поко Стар. Поко Стар у кого-то топ-4. Куда живет до финала или нет? Это он? Мусон Эрсон? Да ну. Кажется, не доживет он уже до финала. Или дожил. Смотри, мне кажется, он выиграет. Что у него 7 банок, у этого Усан Али 5. Давай, у этого Боки что осталось? Ну как, мало. 3400. Давай его. Вали его. Ладно, выходим из катки. Ну там выиграл уже. Да, осталась одна каточка. Так осталось. Каточка Лизон. Блин, это по-дурачески. Там 759. Не бывает. 753, наверное. Хотел написать. Написал случайно по ошибке, наверное, не надо. Я специально не писал, чтобы понять, что. Ой, а все тычки кто-то потратил. А? Это я. Он меня убил. Поблагодари, пацаны. Да. Куча жетончиков. Куча монеток. 780 жетонов. О май. О май. Забираем награду. Бигбокс. Только 59. Ничего нету. Ну что там? 3, 2, 1. Блин, показалось. 8 показалось. Нет. Никого нету. Зря добавлял. Ну, Джеки пошла еще. Вот. Опа. Ты видосик.
Альбом мне. Блин, на зарядку надо ставить телефон. Мама, я зарядка. Витос. Всем хай. Вам мой друг передает всем привет. Ю-ху. Тебе тоже говорят хай. Они и тебе тоже говорят хай. Что-то у меня тут видео тут было. Ого, 15 000, мне попался. Я попался, пацаны, в катке с 15 000. 16.